приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть GTA 5. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь есть. Вот. Блин, далековато, да? Ну ладно. Едем. Итак, в прошлой серии нас кинули на деньги. Почему он еще живой, я не знаю. Но вопрос остается. Все еще остается, да. Почему он еще живой? Когда вот этот негр, это же маньячина, настоящий маньяк. Давай. Теперь по туннелю в другую сторону еду. Куда? Туда. Едем. Ну-ка, подождите. Провод. Вот сюда перекину, чтоб не мешался. Блин. Давай. Чуть в сторону, вот так. Пулей. Нормально так. Уехал, да? Давай, вот сюда. Бам! Тихо, вот так вот. Все правильно, по низу. Че ты там? Бузишь еще? Не видишь, сам я еду. Так. Это что, у нас военная база, блин? Напасть на нее, что ли, вертолет утащить? Ладно. Не будем пока. Пока не будем. Блин, хорошо, что поверху поехал. Ладно. Едем. Шашечки, поиграем. Бам. Блин, на такой скорости, ну нормально. Просвистел. Ха-ха-ха. Вижу, куда можно, блин, не проскочу. Вот. Подвинься. Мог бы и подвинуться. Кстати, машина у него хорошая. Маневренная такая. Вот так. Еще бодается со мной кого-то. Так. Вот сюда. Успел. Давай. Да, блин. Не прогрузилось, слишком быстро приехал сюда. Тут вообще ничего не прогрузилось.
Все с вами ясно, все понятно. Кого-то накулдырили там. Стол, твою ж сама. Минутку. Так. Осталось-то доехать всего ничего. Сейчас-то уж меня не остановите. На. Да тихо ты. Ты серьезно со мной там еще связываться хочешь? Я ж тебя на раз-два уделаю. Давай, маньячина, заходи в дом. Не понял. Вот так, мы женщины, ни шагу назад, давай. Это хрень у них. Заткнулись нахер. Спасибо. Здоров, кореш. Твою ж мать-то. Хотел выпендриться. Чувак, что нормально? Тебя забавляет, что мне больно? Да пошел ты! Еще раз думаешь, что надо мной смеяться, я тебе нахрен устрою. Успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты... Ты долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. Зазнайка хренов. Че, дебил, что ли? Что-то сбеленился так. Так, к сожалению, чувак, ты упал. И мне это показалось смешным, понимаешь? Извини. Дебил. Ладно. Извинения приняты. У меня тут чай пьют мой. Кот. Котенок. Ну-ка давай. Иди, гуляй. Ага, я тебя подловил. Да хрен знает, я просто сраный козел. Ну вот. Самокритика. Давай, хреновое детство, меня твое не интересует. Я так слишком долго ехал. Какое дело у нас сейчас? Если бы не было вина, если бы водку не придумал сатана. А, он еще и кого-то уложил здесь. Прикольно. Майкл схватила какая-то китайская бригада из-за Тревора. Я оценил иронию, посылаю тебе приложение для телефона, Майкл опять появится в сети. Его всегда можно следить с помощью приложения. Какого приложения-то я не успел прочитать? Я же сказал, он не... Только не пытайся убить меня в том, что он не любовничек и не смейся надо мной, придурок. Ты совершаешь ошибку. Я потратил много денег, чтобы выследить вас. Я обратился за помощью, и тут выбиваете еще. Я тебе скажу до свидания, придурок. Нет, 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 эй, эй! Давай, куда? Выясните, где находится. Так, запустите. Из правого нижнего угла. Поиск. Цель найдена. О! Так он здесь, где-то рядышком. Да? Давай, давай, давай.
А показывали вроде как рядышком. И вообще я хотел тачку сменить. Более целую взять. Так, я как понимаю, мне еще надо успеть. Так, ладно. Да уйди ты. Ой-ой-ой. Это он на том заводе, наверное. Тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отойдите. Тихо, тихо. И вот я прибыл. Давай, где ты там? Кто еще? Майкл! Так. Давай, хренушки тебе. Вы чё, я же маньячина. Где вы? Блин. Ладно, Франклин погиб. Повторим. Так.
Давай. Давай, что у вас есть? Чё, кого? Пиговал. В жопе столько дырок наделал, мама не горюй. Твою ж мать, это как я так должен был бахнуться-то, блин? Где ты? Ну, то-то здорово покрошило. Давай. Кто там еще? Give me a sec. Да я вижу, где-то там еще. Бам! Давай! Давай, на! Еще немножечко. Давай. Holster it. What the fuck? Что ты? Надо вот здесь вот тебя освободить. Где твой пульт, ты сраный?
На! Что у меня там? Пусти тебе кровь. Давай. Блин, блинский. Давай. Мясо. Кто-то потом их жрать будет. Давай. Ты не бил, что ли? Давай, давай, давай. Садимся. Уходим. Доберитесь до дома Майкла. Да без проблем. Не могу убить-то. Ну-ка, давай садимся в эту машину. Вот так. Теперь все нормально. Так, теперь полицейский, да, у нас проблема. Какой к черту вертолет, вы о чем? Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Вот так. Вырвались, господи. Давай. He's about to kill me, Franklin. Вроде when недалеко. Chinese guys show up out of nowhere. Then he runs, and the next thing I know, I'm back in Los Santos on a fucking Miroc. Where you off the hook now? Yeah, thanks to you. Сюда, а? Say, how'd you find me anyway? Did my family look for me? Nah, bro. I think. Вот сюда. I think they still away. Me and Lester thought something was up. Then I spoke to Trevor and he said the Chinese had you. Блин, блинский. Trevor told you. Shit, not willingly. Не прогрузилась. He told me. No fucking figure. Man, he's angry at your ass. Way more than the normal middle-aged shit that y'all do. Yeah, well, ой, что его мать-то. He knows where to fucking find you.
I saved your ass so you could kill one another? Сейчас I thought we was in business together, the Union Depository. Yeah, that might have to wait, bud. You're all right, though. You got that car thing in the meantime. Actually, I don't got the car thing. We got the last ride and Devin Weston stung us on the fucking pay. He putting it in an investment fund. Really? Yeah, really. What we gonna fucking do? Hey, look. An investment fund probably ain't the worst idea. I got this other thing with Weston down at the film studio. We wait to see how that plays out. And then we talk to him about your payment. Man, it sounds like I'm getting fucking screwed. We'll deal with it, Franklin. Один видос у меня, да, залетел 18+. Только авторизированный, он того видит. Давай, беги. Беги домой. Минутку. Alright, then I'll see you. Sure. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. Alright. Well listen, так, thanks. Давай, я тебя, в общем, из говна спас. What the fuck happened up there? Что за херня случилось? Я же говорил, Тревор психанул. Хотел меня убить, потом меня поймали китайцы. Я про историю с Тревором. Так, и тем парнем Брэдом. Я понял, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Не знаю, правильно я поступил, тогда думал, что правильно. У меня была семья, Франклин. Я работал с полными психами, которым было нечего терять. Я увидел выход. Будущее для себя и своей семьи. И я воспользовался этим выходом. Выходом? Да ты, чувак, предал всех, кого мог. Или они, или я. Я знаю, это цинично, и я не жду, что сразу поймешь, но потом, когда обзаведешься своей семьей, ты меня поймешь. Проснешься однажды утром, вдруг почувствуешь, что ноги тебе уже больше не греют, и ты никуда не можешь бежать. А, не везут, не идут. Посмотрим, будь осторожен, чувак. Лады? Когда Тревор узнает, что ты жив, вы представляю, какую херню сотворите. Ему до меня не добраться. Береги себя. Ты меня понял? Он не за мной придет, чувак. Ему нужен ты. Не я. Я так, на всякий случай. Ну что ж, иди отмывайся, отлеживайся, залечивай раны. У тебя выдался хреновый, мать того, день. Да. Отдыхай давай, на покой. Проснись и пой, проснись и пой, удача будет с тобой. Ну, кстати, за то, что ты жив, это уже большая удача. Задание выполнено. Ну что ж. Ну что ж. Давай, вон, аптечку возьми. Бери. Молодец. Ну что ж, что же, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И как я говорил, у меня одно видео есть, да, которое только 18+. По-моему, это какое-то 21-е какое-то видео. 22-е. Ну что ж, пока.